Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущий всем привет еще. Значит, сегодня мы с вами вновь здесь видимся на каналчике. Полоч сегодня вам расскажет про Натаху, вернее, даже не про Натаху, про бездельницу и про ее хотелки. Перед началом ролика, как всегда, по привычке, попрошу вас поставить большой палец вверх. Ну, большой палец, это вот этот вот палец, лайкосик за видосик, то есть подписочку оформить, кто не подписан, написать комментик, и все, мы с вами полетели, взяли, наверное, себе билетики в поездочек, и Павел сегодня будет машинистом и повезет вас в деревню туда, к Натахе. Итак, что, ребята, нового? Значит, по приезду домой Натаха решила поработать. Немножко поработать. Ну, как поработать? В основном опять как бы на словах поработать, и все в своем воображении. Значит, картина. Картина такая, знаете, писаное масло. Натаха. Нет, знаете, вот казалось, когда ты приезжаешь домой, и у тебя полный там двор всякой чертовщины, ну там завален, дома просто кавардак, бардак, жрать нету, естественно, они с дороги приехали, жрать нету, что там мог дед наготовить. Урожай не собран, если там есть какой-то урожай, трава не кошная и прочее. Вот, наверное, существует две разновидности людей, какие, знаете, первые, если у тебя хоть что-то не на месте стоит, на своем, или какой-то непорядок, беспорядок и прочее, они начинают суетиться. Начинают суетиться, это делать, душа неспокойна за все происходящее. Натаха, как бы, из той категории, что вообще просто фиолетово на все. Главное, что занять позу такую вот, знаете, руки широко закинув за голову, и как в той песне, я на солнышко гляжу. Значит, и тут также. Натаха, дед сидит рядом там на заваленке и разговаривают про насущное. Разговаривают про насущное, но в основном разговаривают, знаете, вот сегодня дед является тем самым ориентиром, который настроен на то, чтобы хоть что-то сделать, какие-то изменения. Или либо он, знаете, дед тоже смотрит все эти обзоры, возможно, дед читает комментарии. Да и даже не читая комментарии, деду, мне кажется, уже просто порядком надоело. Надоело то, что, ну, понятное дело, для Натахи это комфортно, вот пребывать вот в этой ситуации, во всей вот этом бардаке, вот в этой грязи какой-то вечный век жить. Значит, для деда, возможно, это все надоело. Надоело, знаете, дед, судя по тому, как жил дед дома, там, ребята, был порядочек. Учитывая то, что как бы мужичок как бы один на хозяйстве и прочее, там был порядок. На шкафах порядок, в шкафах порядок и все прочее. Тут мы с вами видели, что на шкафах, что в шкафах, вот так вот все кулем-мулем. Соответственно, дед, наверное, все это надоело порядком, поэтому дед сидит на заваленке и предлагает Натахе небольшие провести работы. Мне очень понравилось того, что дед начал Натахе говорить, типа, говорит, давай пойдем кукурузу там уберем, там приберемся, там и то сделаем, то все, все сделаем. На что Натаха отвечает как? В своем репертуаре, знаете, особо не парясь, всегда на расслабончике, говорит о том, что мы, говорит, после моря приедем, та-да, говорит, та-да. Да, касаемо моря, соответственно, Натаха никуда не собирается, но это я только узнал на канале Бабки Оли. Соответственно, значит, коль на море не собирается, коль все это обещается, та-да, та-да, то, соответственно, как бы никогда. Поэтому, как я уже говорил до этого, пока этот урожай весь там не просто не засохнет, и снегом его не завалит, ведром не завалит, он оттуда никуда с огорода не денется. Ни кукуруза это там, ни помидоры там, что какая ботва на огороде растет. Всему, короче, это быть, ребята. И как бы в живой природе, если само это перестанет существовать, то перестанет. Нет, то никто там ничего убирать не будет. Далее. Начинают разговаривать про ремонт, дед прям естественно, да не то, что естественно, видно, что злится, потому что какое-то недовольство в голосе, недовольство на лице, о том, что Натаха его не понимает, у Натахи свой план действий в голове, дед конкретно говорит правильные вещи, говорит, давай сначала сделаем пол, потом сделаем стены, обои, потом будем потолок делать. Угу, Баревой свой план. У нее все шиворот на выворот, наоборот. С потолка начнем. А потом все будет лететь на потолок. А потом будем еще год его два мыть. Как год и два мыть будет она делать ремонт, кукурузу убирать и делать вот эти вот дома свои ремонтные работы. Я вам до этого говорил, еще раз повторюсь. Не ожидайте очень быстрого ремонта в перспективе следующий год. Конец следующего года. Раньше ничего не сделается.
Да, значит, посидели, поговорили, порассуждали. Дед говорит ей за ремонт, а она ему говорит за каких-то ротвейлеров, за эту собаку, говорит, около нее она носится постоянно. Дед до такой степени злится, что был момент, где он там или как-то слегка наступил на щенка, но может он как-то задел его слегка, щенок завизжал от того, она так как-то возмутилась и все прочее. Ну, потому что дед уже реально пребывает в таком, знаете, депрессивном, мне кажется, состоянии. Не то, что в подавленном, в натяженном, вот правильно сказал, натяженное состояние у деда. Ну, как бы тут у любого будет такое состояние в виде того, что творится вокруг. А далее что? Значит, далее, хотел сказать. А, вот про что. Что, значит, было сделано сегодня за работы? Знаете, аудитория Натахи уверенно напишет, что какая-то трудяха, приехала с отдыха, не расслаблялась, не отдыхала, сразу кинулась за работу. Собственно говоря, сегодня у нас было ИБД, имитация бурной деятельности, покосила на траву, но опять как покосила? Покосила чисто перед домом, в каких-то таких отдельных участках показала. Да покажи огород, где растут у тебя огурцы, где растут у тебя помидоры, что там у тебя творится, потому что там ты это никогда не покажешь, от того, что это стыдно. И знаете, ну, то бы она из себя такую преподносила, она хозяюшка там какая, да, прям выражение такое есть матерное. А тут, значит, сейчас она себе покажет, что у нее весь огород по шею травы, там, помидоры эти травой забитые. Конечно, она такое показывать не будет. Поэтому у нас сегодня, ребята, ИБД, имитация бурной деятельности, покосила на траву. Далее что сделала? Далее она, значит, она показывает нам о том, что в машиняке в своей, вот в этой, в той самой драндулетке, поменяли заднее стекло, задняя крышка, и она красного цвета. Наша Антаха говорит, так она, знаете, ребята, даже еще красивше стала, еще четче. Даже как бы нету желания что-то там либо перекрашивать. Мы-то с вами прекрасно понимаем, что нету желания перекрашивать, в силу из-за того, что лень вперед нее родилась. Соответственно, как бы, зачем перекрашивать, если вроде бы как прилепили крышку, она ездит. Ну, продолжай дальше ездить. Интересно, опять техосмотр. Это как она будет проходить и влияет ли это на техосмотр. Короче, из того, что сегодня было сделано. Сделано было немало. В основном почесали языком, с дедом посидели. И к вечеру, естественно, ну как без нее, Танюха тулочки оказалась. Ребятки уморились за день, поэтому впору попить кофейку. Попить кофейку, а там, где кофеек, там, естественно, и бутылочка под столом спрятана. Без бутылочки никуда, как ни крути. Я не верю ни за что на свете, что они приехали домой и не отметили приезд. Даже не то, что не отметили приезд, просто там такая обида на расслабоне пребывает. Ей вообще пофигу на все. На эти огороды, на это, вот эту всю эту ситуацию, все эти работы. Зачем что-либо работать, если можно ролик ни о чем записать, также все это посмотрит, также капнет на купаты тем самым. Поэтому все нормально. Натаха на месте, бутылка на месте, Танюха на месте. Касаемо Танюхи, правда, очень такое, знаете, спорная ситуация, подозрительная, в то же время напрягательная. Напрягательное такое слово употребила в силу того, что вроде бы бабка дома, вроде бы Сонечка, не знаю, кстати, где, наверное, скорее всего, дома, а может быть, кстати, тут находится, ну не знаю, наверное, дома, предположим. Значит, а эта красавица что-то там делает, непонятно что, ночью, уже на дворе уже ночь, она сидит у Губаревой на заваленке, кофеек она попивает, домой иди, уроки учи, и посуду давай иди мой, а то пришла, уселась. Ладно, в общем, надо заканчивать, постепенно мы во всем поговорили с вами, все, в принципе, сказал, что я опять недосказал, вы расскажете до меня ниже в комментиках, ну и все, буду с вами прощаться, чтобы увидеться с вами вновь, до новых встреч, всем пока!